просит говорить, Женя просит говорить громче. Женя, вы сегодня сотворили чудо, вы принесли, в общем-то, победу своей команде. Насколько вот сейчас вы ощущаете всю мощь своей игры? Ой, да я даже не знаю. Пока я просто работал, наверное, весь сезон, чтобы сыграть так, наверное. Ой, сил нету говорить, и эмоций нету. Я очень рад. Я хочу поздравить всех с победой. Вот. Я хочу посвятить нашу победу своей жене и своей дочке. Что помогло не сломиться в этой серии? Потому что серия была такая напряженная, зубодробительная. Местами, может быть, даже непонятно было, кто будет играть в итоге, как сыграют в итоге в решающем матче. Ну, если честно, я ничего не слышу, чего сказали. Но я думаю, то, что это финал, во-первых. А во-вторых, соперник ЦСКА очень серьезный. И до седьмого матча тут... Устали? Очень сильно. Я даже ног не чувствую. Отдыхайте. Спасибо большое, Жень, с победой. Евгений Тимкин отвечал на наши вопросы. Коллеги, вам слово.